Поговорим с тренером. Замечание красного запасника. Вес 74 килограмма. Будет бороться на первом уровне. Приготовиться с Олегом Сухопаром. Вперед. И затем вес выше за третье место. Вес 74 переходит на первый ковер. Саидов Сухопаров. Замечание синим за пассивность. Кого не балл, не балл. 0-0. А что, один там поставил? Три встречи, начнешь с финала, ага. Потом вот две затрости. Волевым приемом победил он Гаян Сибан и завоевал 3 метра в категории до 90 килограмм. Оценка была, да? Красного? Один балл красного. Катоша финал веса 74. Ковер номер один. Саида Сухопаров. Борьба за третье место, на которой называется Крыков. Гаджи приготовится Уваров Досаев. Шамиль! Ты синий, что ли? Что там, не борешься, что у тебя? Почему? А, проиграл полуфинале? Или забыл полуфинале? А, да-да. Да-да, я думал, что на вас играю. Так, понедельник, Шамиль. С 8 до 9 известия. Синим.
Шурников. Михаил. Борис Крас в форме. Так, ребят, заполнили квитанцию. Прошкин, ты заполнил? Вот это целый. Итак, борьба финальная, встреча весы 74 килограмм. Встречает Саида Сухопаров.